Окей, хорошо. Биоэнергетические упражнения – это упражнения, которые стимулируют вашу энергию. Ну, все, не больше и не меньше. Как бы Райх это называл, ну, энергией аргон, там кто-то еще называл ее ци, кто-то там ки, чи, там праны, там роли не играют. Энергия – то, что в принципе вами, то есть, движет, то, что делает вас живыми. Увы, социум нас так обусловил, что мы становимся потихонечку абсолютно неживыми. Второй этаж. Вся энергия поднята очень сильно в голову. То есть люди думают, чувства заменены эмоциями. Поэтому без разрядки вот этих вот, ну, вот этих вот эмоций, ну, очень тяжело стать живым и начать чувствовать. Все. Вкратце это вот так вот. Все остальное, второй этаж, вам там все расскажут. Как, где и почему, вам посоветуют, значит, книжки, прочитаете. Что я сегодня хочу показать? Значит, я люблю миксовать всякие практики. Вот в ту субботу я вам показывал, как можно на самом... Вы так удобно сидеть? Там стулья стоят. Значит, смотрите, в ту субботу я вам показал, как можно, допустим, согласовать воздействие тибетскими чашами, да, вот этим звуком, ну, обертонами, да, мощными. И одновременно провести энергию в теле. Я вам показывал, как мы работаем, допустим, с элементом воды, конкретно с меридианом мочевого пузыря, техника шиатсу, как можно, то есть, еще это сделать сильнее. Потому что в моем понимании, чем большим спектром мы воздействуем на тело там, такими всякими разными практиками, тем оно становится более функциональным. И ваша практика, опять же, становится более полной. Это работает не всегда, потому что сделать все сразу и за один час, допустим, ну это глупо, можно человека просто наоборот разбалансировать, и ничего не произойдет. Но, многоточие, подчеркиваю, зная как и зная, что мы получаем на выходе, я на себя беру, допустим, ответственность, как можно смиксовать то, что я вам сегодня хочу показать, разбронирующие техники, то есть вообще любимого нашего Вильгельма Ибн Райха, и значит, технику аюрведического йога-стретча. Окей? Чтобы вы знали. Что еще хочу показать вам сегодня? Значит, раздевайся, ложись. Значит, только мне оставь, да, значит, спину. Я вам сегодня покажу, как, значит, можно открыть грудной отдел, плечи, всю спину, и вместе с тем это еще, то есть поддержать определенным биоэнергетическим упражнением на глаза, то есть которые будут разблокировать сразу же всю заднюю поверхность шеи. Руки вдоль тела, голову направо. Ну, смотрите, вата-тип, да, ярко выраженный, если мы берем аюрведу. Значит, смотрите, первый человек лег. Что мы из этого сразу же имеем? Между полом и телом не должно быть просвета. Вот так. Понятно. Значит, здесь это что показывает нам? На твой взгляд, что это показывает? Как тебя зовут? Оля. Оля, что вот это показывает? Что вот здесь вот есть такой большой просвет? Ну не бойся, говори, что думаешь. Ну не знаю. То, что здесь... Да, деревянные, не гибкое, не текучее. Значит, что это подразумевает? Энергия встает уже здесь. То есть сразу же. Вот я это называю ноги топором. Да? Я какую-то книжку читал, там были костяные уши. Да? Я это называю костяные ноги. Вот это ноги топором. Окей. Значит, я, конечно, здесь больше бы с тазом и ногами работал. Значит, смотрите, то есть вата-тип, то есть ярко выраженный, да, очень такой худой, значит, закрытая грудная клетка. Очень много. Ты гитарист? Паша? Да. Как я сразу же про него узнал. Сейчас так буду делать, то будет больно. Значит, не стесняться звук выражать. То есть, ну, открывать никаких там не нужно. Там я могу, там ничего. Больно, значит, орать. То есть, понятно. И из этого. Ну, это я вам сейчас говорю очень так грубо и примерно, да? То есть проблема, то есть базовая, не надо никуда смотреть. Все, ты все забыл про эти щелчки фотоаппаратов, еще что-то. Из этого, значит, будем, ну, открывать грудной отдел, шею и плечи. Угу. Окей. Голову вправо. Стопы. Вот.
Смотрите, значит, сначала, как всегда, мы знакомимся с телом. Здесь нет никаких точек. Просто я... Это как раз здесь встреча вообще мочевого и желчного пузыря. Вот эти точки болезненные у всех. Вот у средней спины 10-я точка, GP21 она называется, если мы берем по каким-то меридианам. Сейчас мы просто смотрим, что здесь происходит. То есть понятно, спина горбатая, тоже видно, да? Но металл перестимулирован. Тебе, Паша, нужно больше горячего, жирного. Мясо ешь, вегетарианец, наверное. Да? Ну, это диагноз. Русское вегетарианство. Это зимнее все время. Ничего. Да, ни к чему хорошему. Это не привозит. Сыровочку там положили. Ну смотрите, все, сейчас буду работать. Значит, сейчас сначала я ему открою лопатки. Жить. Что такое открытые лопатки? Кто не знает? Оля, что такое лопатки? Давайте своим друзьям будешь показывать. Друзья, ты меня снимаешь? Ага. Давай, смотри. Опять снимешь? Давай, да. Друзья, если вы сейчас меня смотрите, спросите себя, для чего нужны открытые лопатки? Правильно! Правильно! Открытые лопатки – это твоя возможность к полному дыханию. Люди не дышат. Что дальше? Нет. Что делают? Не живут. Не издают звуки. И что еще? И не двигаются. Не летают. Движение, дыхание, звук. Оля, я очень сомневаюсь, что тебя это слово не шокирует. Вот сейчас подышу. Думаешь, работа движения, дыхание, звук. И выдавай мне всякие варианты. Ну, смотрите, сначала, естественно, мы прорабатываем позвоночник. Все межпозвонковые пространства мы их потихонечку прорабатываем. Сейчас я достаточно... А, это блоки, значит. Нет, давай, давай попроще. Что у человека самое приятное в его жизни, кроме того, что он чешется? Ну, дыхание, конечно. Давай. Сексуальность? Правильно, сексуальное. Так, вот что ты там сексуальное, что тебе хочется больше всего? Ну, без дыхания, как секс. Не, подожди. Что тебе в сексе хочется больше всего? Что тебе хочется в сексе? Оля, на меня смотри. Оргазм, правильно. Вот это слово прозвучало, оргазм. Не оргазмирует никто, потому что все перекрыто, да. И движение, и дыхание, и звук. Ну, здесь уже я обнаружил Пашу. Лопатки на это действуют? Это действует возможность своя дышать. Открытые лопатки – это твое дыхание. Дыхание, как сказал Оша, это мост между твоим сердцем и сердцем Вселенной.